И сегодня министр спорта края Сергей Алексеев прокомментировал проведение зимних студенческих игр в Красноярске в связи с заявлением Международного олимпийского комитета. Напомню, накануне ведомство заявило, что не будет содействовать организации соревнований в России и рекомендовало международным федерациям по зимним видам спорта приостановить подготовку к любым стартам в нашей стране. Как отметил министр спорта, универсиада находится в ведении Федерации студенческого спорта, а это совершенно другая организация, которая не подконтрольна Международному олимпийскому комитету. Сергей Алексеев сообщил, что глава ФИСО Олег Матыцин решительно настроен провести универсиаду 2019 в Красноярске. Вся подготовка спортсменов-зимников проходит в прежнем режиме. Кроме того, столица края намерена провести и тестовые международные соревнования по намеченному плану. Никаких на сегодняшний день моментов и аргументов для того, чтобы говорить о том, будет универсиада в России, в Красноярском крае или нет, безусловно, почвы под этим никакой нет. Да, были некие заявления, которых вы все знаете, но это пока рекомендации, никаких нормативных документов, говорящих о том, что все в нашей стране отменено, все проведение соревнований следующего зимнего сезона. То есть пока об этом говорить преждевременно. У нас чемпионат мира в следующем году по зимнему ориентированию. Да, это не олимпийский вид спорта, но тем не менее. Существует международная федерация. Сегодня я разговаривал с вице-президентом Российской Федерации. Опять же, каких-то оснований говорить, что отменили или отменят чемпионат мира, нет, абсолютно никаких.